Президент Франции Эммануэль Макрон снова подверг сомнению статус Парижа как одного из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, встав на сторону Армении. Так, в связи с возникшей на границе Азербайджана и Армении ситуацией, Макрон буквально потребовал от азербайджанской стороны вывести свои войска с территории Армении. Такой призыв на армянском языке появился на странице Макрона в Facebook. Вооруженные силы Азербайджана вторглись на армянскую территорию. Они должны незамедлительно вернуться назад, заявил Макрон, подчеркнув, что Франция всегда была солидарна с армянским народом и останется таковой. По мнению российского политолога Олега Кузнецова, Макрон своими словами касательно обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе вбил последний гвоздь в крышку гроба Минской группы ОБСЕ, поставив жирный черный крест на всяких ее перспективах вернуться хоть в каком-то формате в процесс послевоенного урегулирования в Карабахе. Если до этого момента откровенно проармянская позиция Франции была предметом дипломатических обсуждений и заявлений, теперь она вышла в формат Realpolitik, после чего уже ни у одного самого завзятого скептика нет оснований говорить о том, что это не так. Маски сброшены, истинное лицо французской внешней политики абсолютно недвусмысленно продемонстрировано всему миру. Франция более не имеет морального права быть сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и этой организации пора распускать данную структуру, давно ставшую синекурой для большого количества бездельников от дипломатии. Именно президент Макрон теперь войдет в историю как убийца и могильщик Минской группы ОБСЕ, подчеркнул он. Как отметил Кузнецов, совершенно очевидно, что заявление Макрона рассчитано отнюдь не на армян в Армении, и не на Пашиняна, а исключительно на армян Франции. Там в будущем году плановые президентские выборы, и господину Макрону хочется поуправлять страной еще один срок президентских полномочий. И в этом деле ему будут очень нужны голоса миллиона французских армян и деньги армянской диаспоры. Свою партию на Южном Кавказе господин Макрон уже проиграл. Теперь он пытается разыгрывать армянскую карту в своих внутриполитических интересах. А это означает, что какого-либо дела до самого Армении ему особо и нет, заключил российский политолог.